этом городе строится много больших и красивых домов, а хороших людей в нем еще больше. Не все из них имеют квартиры. Одни только мечтают об этом, другие... Впрочем, вот он как раз сегодня получил ордер на комнату. Прощай, общежитие, прощай, комендант. Новая жизнь начинается. Теперь остается только узнать, где эта улица, где этот дом, где эта барышня, что я влюблен. Скажите, пожалуйста. Одну минуточку. Может быть, это она? Примите заказ. Николаев Константин Петрович, 21-го года рождения. Пожалуйста. Можно получить справку? Заполните бланк. Поторопитесь. Пожалуйста. На этот вопрос горсправка ответа не дает. А если в порядке исключения? Вы мне мешаете работать. Гражданин, не задерживайте. Извините меня, но вы хоть скажите, где находится Первомайская улица, дом номер 17. Я не хочу с вами разговаривать. Не стыдно вам, молодой человек, приставать к девушке? Первомайская, дом 17, между прочим, за углом. Интересно, откуда он узнал мой адрес? Оставим ее в недоумении. А сами пойдем по этому адресу и познакомимся с жильцами. Вот Шпаковский, муж и жена. Звонок. Что? Подеткуй. Это Красмыслович. Размыслович, это их сосед. Молодой холостяк, очень занятый вопросами умственного труда. Третий звонок означает, что пришли к Мурашко. Видите, какая-то большая и дружная семья. Нет, это не к нам, а к бабке Сушковой. Четвертый звонок к бабке Сушковой. А пятый звонок приводит всю квартиру в трепет. В пятой комнате сейчас никто не живет. Но бывший жилец оставил о себе такие милые воспоминания, что, видите, они даже боятся открыть. Да откройте же! Товарищ, так это же наша правда. Ну, чего его принесло-то? Добрый день. Новый жилец. Товарищ Тирохин. По ордеру райжилого дела. Занимает свободную площадь. Не дай бог холостяк. Две недели стояла комната свободная. Говорил, давай будем занимать. Теперь уже поздно. Ну что ж, товарищи, для начала, может быть, познакомимся? Мурашко моя фамилия, строитель. Вот, со своим муравейником. Обед стынет, идем. Хозяин? Шпаковская, Людмила Павловна. Сергей Николаевич. Размыслович. Простите, вы один или холостяк? Слава богу. А то на кухне и так повернуться негде. Очень приятно. Знаем мы вас, холостяков. Жил у нас тут один, тоже холостяком прикидывался. Товарищ Серёхин, прошу за мной. Осмотрим, так сказать, квартиру. С удовольствием. Вот. Прошу. Кухня, новый холодильник. Так, пошли. Пошли дальше. Тут ванна. Это что такое тут получается, товарищ Сушко? Здравствуйте, Ерофеевич. Тебе дам здравствуйте. Вот он, пожалуйста. Это ты так к экзаменам готовишься. Курить? Курить вздумал? Да не буду, бабушка. Брось папиросу. Ай-яй-яй. Мальчишка. А! Поглядите, поглядите, что тут творится. А-а-а! Боже мой! Смотрите, во что превратили прихожую? Безобразники, что вы наделали сейчас? Вы собираете книги. Читай. Ты догадываешься, кто он? Нет.
СКБ-201. Работает с профессором Шуваловым. О, превосходно. Мы будем вместе решать кроссворды. Ой, спятил. Нужен ты ему со своими кроссвордами. А почему? Я не обижайтесь, это Петя. Ну, Вань, помоги. Сергей Николаевич, вы не беспокойтесь. Я тоже очень люблю литературу. Так. Да. Судите сами, каков был прежний жилец. Интересно, каков будет новый? Да, а где же ваши остальные вещи? Вот здесь. Удобно, надежно. А главное, легко перевозить с места на место. Простите, если не секрет, а в какой именно сберкассе? На углу Советской и Новомосковской. Что вы говорите? Вы же мой вкладчик. В этой сберкассе, видите ли, я работаю... Заведующим. Да. Ну, как говорится, вручаю вам ключ. Живите, не тужите. Сергей Николаевич, я беру над вами шефство. Ваня, где наш новый денег? Есть, есть, есть. Аккуратно квартплату вносите. Книги надо брать чистыми руками. Никогда порядка нету никакого. Слава богу, наконец-то у нас в квартире появился интеллигентный человек. Ведь слова сказать нет кем. Это Светочка. Поправь прическу, я тебя познакомлю с нашим новым жильцом. Ну, ну, пойдем, 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 пойдем. Это моя дочь Светлана. Знакомьтесь, Сергей Николаевич. Она у нас... Невеста. Ну, скверный мальчишка. Извините, Сергей Николаевич. Невеста. Имейте в виду, Светлана не из тех девушек, с которыми легко познакомиться. Я уже здесь живу третий год. И только вот в этом году, 8 марта, мне было впервые разрешено взять ее под руку. Ну что ж, поздравляю с успехом. Слушай, чей холодильник? Коммунальный. Для меня местечко не найдется. Сколько угодно. А ругаться не будут? Да нет. Он уже год не работает. Так починить не могли. Да я пробовал. После него ни один мастер не берется. Только денег ухлопали, никакой пользы. Сейчас посмотрим. А ну, ребят, буквы. Сурикова. Так. Отвертка есть? А зачем? Ну, ступай. А что толку? Ну, ступай, принеси отвертку. Принеси. Сергей Николаевич, Сергей Николаевич, ну что вы, ну не уйдите. Ничего, ничего, любил вам, да ну что вы. Ну, помогите, мужчина, ну, помогите, ну, что вы. Ребята, давайте, ну помогите, мужчина, ну помогите, ну что? Ну нет, не, возьмите это. Во, во. Ну хорошо. Осторожно. Так. Вот. Спасибо. Ну вот, великолепно все. По-моему, в порядке. Видели? Вот что значит, в доме появился настоящий мужчина. Пожалуйста. Куда ставишь? Это мое место, а твое внизу. Ну, тогда я займу верхний. Про верхний, верхний. Простите, 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 простите. Верхняя полка всегда была моей. Подержите. Так, так, так. Пожалуйста, ставьте. Сергей Николаевич, большое спасибо. Давайте помогу. Thank you.
доме починили. Случается и так. Стоит ли обижаться на это? Ведь жизнь хороша и без холодильника. Стрелки! А стрелки! Два месяца кварплата не платина. Всю зарплату плачу. Смотри, смотри у меня. Ерофеич, да. А у меня к вам один вопрос. А именно? Новый ты наш жилец, Терехин, кем работает? Терехин? Еще не прописывал. Ну, а как вы думаете, что он за человек? Думаю, человек солидный. Да? В нашем доме плохих не бывало. Почти 10 лет состою в домоуправок. Два профессора вышли, два героя Советского так Союза. Так вы думаете, человек солидный? Да. Кто из солидных людей не начинал свою жизнь вот так, на полу под единственной простыней, но зато с большими надеждами? Соседа пустотить, и дети будет отца, будем завтракать. А ты тоже маленький, что родился. Что я сделал? Родился. Да, уроки готовить, а ты не нападай на сироту. Сирота, эта сирота у всех в печенках сидит. Марш за стол. Ох, давай завтракать. Ох, и сон же я сегодня видел. Какой сон? Ордер получил на квартиру из трех комнат. Только во сне видишь. И еще я видел, что ордеры я от тебя прячу, чтобы сюрприз тебе преподнести, понимаешь? Все. В первом этаже. Вставай, умывайся. С ванной. Здравствуйте. Что вам надо? Ничего. Уходите. Ухожу. Извините. Ухожу. Вот к чему приводит нескромное любопытство. Но зато неожиданно удачно вернулась для владельца этой тетради. Эх, вы мне пятерочку отводи. Для переключения сцепления с двойным выключением необходимо первое. Дать разгон автомобилю. Второе. Нажать педаль сцепления и одновременно отпустить дроссель. Ча-ча! Третий. Перед смертью не надышишься. Теорию я сдал, мне бы практику не завалить. Ой, постой. Пойди сюда. Ой, отец твой на праздники. Одевал. Бабушка, я пойду. Ну, ступай. Ступай. Мамочка, ну можно хоть раз что-нибудь мясное? Колбаски какой-нибудь. Можно подумать, что вы умираете с голода. Вегетарианская пища самая полезная. Лев Толстой тоже был вегетарианец. Не знаю, я с ним не обедал. Не остроумно. Мы, женщины, должны думать о своей фигуре. Но мне-то не нужно думать о фигуре. Ну, милый мой, для тебя отдельно я готовить не собираюсь. Нужно думать о дочери. Опять начинаю? Да, 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 да. Я должна заботиться о тебе. Не забывай, что тебе уже больше 20. Старушка. Тебя это пугает? Нет, меня это не пугает. При твоей внешности выскочить замуж легко. Но за кого? Я хочу, чтобы ты была счастлива и не знала никаких забот. А я уже счастлива. По твоей милости торчу в этой несчастной горсправке, отвечая на всякие нелепые вопросы. А, зато легкая работа. Разве это я окончала десятилетку? Ну, не век же тебе там сидеть. Обидно. А, дурочка, жизни ты не знаешь. Я хочу, чтобы ты... Знаю. Имела солидного мужа, каждое утро одно и то же. Ну, оставь ее Люду в покое. Папа, мы опаздываем. Жить ее мать выдавала замуж. У моей матери было 5 дочерей. Нет. Ей некогда было думать о нас. А у меня одна. Папочка, скорее. Иду. Папа, идем скорее. Привет.
после вегетарианского стола неплохо еще раз позавтракать. Холостяку всегда приятно узнать, что жизнь семейных людей мало чем отличается от его одинокого существования. Ай, вот что значит быть холостяком. Сергей Николаевич, простите меня, я бы должна вас пригласить к завтраку, но у нас вегетарианский стол. Совершенно не едим мясо. Людмила Павловна, посмотрите. Пирожки-то, наверное, мясные. Ну, что вы. Они ничего не отличаются от вегетарианских. Мясо в них один запах. Ну, извините, я пойду. А что, на работу? Нет, хуже, по магазинам. Надо хозяйством обзаводиться. Мне дали 2 дня на устройство. О, вы знаете, в таком деле нужен женский глаз. Без моей помощи вам не обойтись. Ну, если это вас не затруднит. Да ничуть. Но только сначала мне надо зайти в сберкассу. Бегу одеваться. Катя, где Иван Кондратьевич? Там. Простите минуточку. Что такое? Ваня. Как думаешь? Ваня, Иван Кондратьевич. Нет, нет, нет. Сергей Николаевич покупает мебель. Помоги ему получить деньги. Ну, не стоять же ему в очереди. Сергей Николаевич, муж все сделает. Пройдемте его в твою кассу. Идите, идите, идите. Идите. Ваня, Вань, на минуточку. Сколько у него? Пойми, это тайна вклада. От жены не может быть тайны. Сколько? Сберегательные кассы сохраняют тайну вклада. Читай. Ой. Следующий. Следующий разговор у нас будет дома. Но до следующего разговора еще далеко. Ведь день только начинается. Сергей Николаевич, вы присели. Ух, хорошо. Вы знаете, Людмила Павловна, если бы не вы, я погиб. За вами новоселье. Обязательно. Я думаю пригласить всех соседей. Всех? Всех. Вы против? Нет, очень хорошо. Ой, ой, ну что такое? Там книга стоит. Ну, что там такое? Человек это задавил. Что случилось? Не знаю, наверное, кого-то задавил. Разрешите, гражданин? Позвольте пройти. В чем дело? Ну, расступитесь. В стороночку, в стороночку. Вот так. Отойдите в сторонку. В чем дело? Принимая экзамен. Курсант Сушков. Даю вам на ликвидацию данной аварии 10 минут. Есть 10 минут! Тихо, тихо, граждане! Не волнуйтесь. А он справится? Да он парень со спекал. Дядя, смотрите, он списывает. Граждане, попрошу не мешать. Человек сдает экзамен. Ясно? Витька, проверь вилку сцепления. Готово, товарищ инструктор. Молодец, курсант Сушков, садись. Неужели ты наш Виктор? Он самый. Умойся, чумазый! Не нравится, Людмила Павловна, запишите номер. Товарищи, товарищи, вы поосторожнее. Ну, смотрите, ведь край обатрас, мы царапина. Видала, как забегала. Почуяла, что он большой человек. Кто их теперь разберет? С виду-то они все хорошие.
Людмила Павловна такого не упустит. Еще бы. Опомнится парень, не успеет, как женится. Чего? Что с тобой? Людочка, что с тобой, детка, а? Что? Ну, хранитель тайны вкладов. Может быть, ты скажешь, сколько у него на книжке? Ну, пойми, Людочка, что ты меня толкаешь на преступление. Поговорить с женой – это уже преступление. А при чем твоя сберегательная книжка? Ну, может быть, доктора позвать, а, Людочка? Ну, ты же сам говорил, что сберегательная книжка – зеркало человеческой души. Я в последний раз тебя спрашиваю, сколько у него? Ну, пойми, что это как военная присяга. Да я уважать тебя перестану после этого. Дочь уважай, сколько? Сколько? Ну, пойми, не могу. Ну, не могу. Не могу я сказать. Не можешь сказать. Ну, напиши. Пять. Ноль. Уже пять тысяч. Уже 50. 50. Люда, обед. Обеда сегодня не будет. Мы приглашены к Сергею Николаевичу на новоселье. Алло, из водоканала? По случаю ремонта прекращается подача воды. Да? Хорошо, спасибо. Ваня, сейчас перекроют воду, нужно срочно сделать запас. Пойти сказать соседям? Ни в коем случае, прежде мы запасемся. Тебе не стыдно, Люда? Ну, а то не пробьешься к крану. Илья Андреевич. Помогите мне. Пожалуйста. Мы делаем запас воды. Нет, а что такое? Знаете, у меня есть два билета в театр. И не могли ли вы со мной... Ну, мы же приглашены на новоселье. А, простите. Вы собираетесь в гости к нашему новому жильцу? Да, но мне не очень хочется. Представьте себе, какое совпадение! Мне тоже... Ой, спасибо. Все-таки Шиллер. Романтика. Пойдемте. Алло? Да? А, Люда? А? Люда, тебе. Алло? Водой запаслись? Водой? Запаслись. На целую неделю. Тогда ждите. А кого? Меня, Людмила Павловна. Шатер третьего класса Виктор Сушков приедет умываться. Негодяй! Мучитель! Кто? Мальчишка! Я не опоздал? Заходи. Ого! Да-да! Новосельем. Спасибо. Для вас. С мясом. Спасибо большое. Садись, Людмила Павловна.
Иван Гондарович, присаживайтесь. Спасибо. Можно? Конечно, пожалуйста. Я с Пашенькой. Садитесь. Здравствуйте. Садитесь. Спасибо. Нам, пожалуйста, пожалуйста. Вот, 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 вот. Спасибо. Ох, виданное ли дело собрать всю квартиру вместе, мы и так на кухне друг другом сыты. Пожалуйста. Ну, так, а где же Светлана? Она с Ильей Андреевичем в театр ушла. Что, опять разыгрываешь? Да нет, правда, Людмила Павловна. На коварство и любовь. Я их сейчас на лестнице встретил. Ваня. Иван Гондарович, ой, не беспокойтесь, я их сейчас верну. Извините, товарищи, вы меня подводите. Мы идем в театр. И, к сожалению, не можем принять вашего любезного приглашения. Светлана Ивановна, я займу вам место. Светлана, прошу вас. Прошу, одну минутку. Кондуктор, кондуктор, кондуктор. Значит, водитель, слушайте, что же происходит? Давай. Светлана Ивановна, прошу, смелитесь, прыгайте. Почему вы так поступили? У меня собралась вся квартира, ждут вас. Неудобно. Не я же их приглашала. Пригласил-то я, и в первую очередь ради вас. Ну и напрасно. Все равно я не пойду. Ну, тогда и я тоже. Какая невоспитанность. А где ему быть воспитанному? Сирота, без отца, без матери. А вот ваша воспитанная всех заставляет ожидать. А может, ей не хочется с нами сидеть. Я бы могла вам ответить, Катерина Васильевна. Женщина. И вам, Пелагея Карповна. Дальше, давайте выпьем. Ура! Я думаю, надо подождать хозяев. Это же не кино, а театр. Пока он кончится, там же антракт. Я тебе говорила, давай дома пообедаем. Между прочим, мы тоже не обедали. А молчим. Эти тоже молчали. Интересно, что же будет дальше? Простите, пожалуйста. Светлана! Извините перед гостями, до свидания. Привет. Разрешите пройти, чего же вы стали? Пропустите, граждане. Ну, граждане, берите билеты. Спасибо. Западный мост. За 30 копеек. Спасибо. Гражданского возьмите билет. Ой, гражданского возьмите билет. Понимаете, так получилось. Мне понимать нечего, берите спасибо билет. Как вам не стыдно, девушка? А чего стыдно, может, действительно спасибо денег нет? Ну да, понимаете. Мы стояли. Для вас, крошка, я готов взять билет. С вами я хоть на край света. Прошу. Не волнуйтесь, у нее есть билет. А эту мелочь спрячь, крошка. Пригодится для парикмахерской. Привет. Михаил Леонидович. Да нет, вы же поймите, Африка уже не та Африка. Так, Михаил Леонидович. Да нет, и Англия, не та Англия. Так же, Михаил Леонидович. Где? Светлана. Это мы должны вас спросить. Она же пошла с вами в театр. Я вас спрашиваю, где моя дочь? Подошел автобус. Ну и... Вот. Ваня! Свет! Извините за опоздание. Это была! Прошу к столу. Прошу. Выходите. Прошу вас, вы здесь, да? Товарищи! Михаил Иванович, может, ты хочешь сказать? А я поднимаю тост за вас, дорогие соседи. Да, да, хорошо. Будьте здоровы, Пашечка. Ах, какое крепкое. А что, товарищ, славный вечер у нас сегодня. Мне тут приятно, что собрались все вместе. А то сидим, как волки по углам. Нет, нет, соседи сюда. Да, да, вот да, да. Что правда, что правда. Правильно, Михаил Иванович.
праздник. Честно говоря, у меня сегодня двойной праздник. Мы же дом дали на месяц раньше срока. В газету всех пишут про товарищ, еще до новоселья будет. Квартирку получишь. Да ну, с ним получишь. Получишь, товар вы еще сгладите. Ну, за квартирку. Давайте выпьем. Давайте сейчас заедем. Давайте сейчас заедем. Ой, это Виктор, ну, брось ты переживать. Ай, ну, подумаешь, коварство и любовь. Ну. Иван Николаевич, знаете? Знаю, знаю, все знаю. Пойдем, пойдем, пойдем. Неудобно, неудобно. Да нет, позвольте, я же... Пойдем, пойдем, пойдем. Пойдем. Иван Николаевич, пойдем. Вечерком за окном в синем небе мерцает звезда. Каждый раз в этот час о тебе я тоскую всегда. Вижу в сумерках я в платье белом тебя. Ты рядом со мной, дорогая, и все ж далека, как звезда. Ты рядом со мной, дорогая, и все ж далека, как звезда. Без твоих голубых ясных глаз я прожить не могу. Ты во сне снишься мне незабудкой на светлом лугу. Только вот на беду нужных слов не найду. Но песня тебе все расскажет, о чем я сказать не могу. Час пропьет, голос. Ночь уйдет. Как вам нравится наш новый сосед? И погаснет звезда за окном. Знаю я, по-моему, очаровательно. Никогда сердце ты не погаснешь мое, и для нас вечным днем расцветет все кругом. Мы рядом с тобою, родная, счастливой тропинкой пойдем, и для нас вечным днем расцветет все кругом. Мы рядом с тобою, родная, счастливой тропинкой пойдем. Горько! Светлана! Вот к чему приводит постороннее вмешательство. Кто знает, как теперь все обернется. Пашеньку надо в родильный дом, ей плохо. Нет, не могу. Алло, скорая помощь. Помощь. Скорая помощь? Да. Необходимо срочно отвезти в родильный дом. Дом это. Мурашка, Пелагея Карповна. Карповна. Моя жена. Карповна. Да. Первомайская, 17, квартира 6. Да. Третий этаж, вход со двора. Со двора вход. Со двора. Когда... Что? А? Да. Роддом. Дежурная сестра слушает. Мурашка? Ах, Мурашка! Родила. Родила! Что?
родила? Родила. Девочка? Нет. Мальчика? Нет. Вот. Головой у него? И чему радуется 7 человек в одной комнате? Пойду, малыш, амбельишко готовить. Ну, я знаю, что подарю. Лидочка, ты слышишь? 7 человек в одной комнатушке. А мы троем живем. А что если... Михаил Иванович. Ваня. А? Поможем, поможем. Нет. Поможем, поможем. Благодетель нашелся. Не суй свой нос, куда тебя не просят. Но если ты уж такой добрый, поди в горсовет. К Басову попроси для них отдельную квартиру. Или у тебя там язык отнимается? У меня? А я абсолютно не боюсь этого бюрократа. Ой, да, ой, вот ой. Выступлю на активе. Да, и не добровать. Да знаю я тебя, ты здесь ты такой смелый, а выйдешь на трибуны и... И выступлю, и скажу. Да. Интересно бы послушать, что ты скажешь. Слово имеет Иван Кондратьевич. Просим, просим. Нет, я, пожалуй, первым выступать не буду. Трусил? Нет. Послушаем, что скажут другие. Ну, положим, что другие уже выступали. Все ждут твоего решительного слова. Моего? Ну что ж. Пожалуйста. Товарищи, я долго молчал. Больше молчать не буду. Вы, товарищ Басов, вы забыли, в какое время вы живете. Ну, хорошо? Хорошо. От вашего поведения, товарищ Басов, за версту разит пережитками прошлого. Бурные овации. А что? По-моему, неплохо. Кто будет писать письмо маме? Я. Берите карандаши. Пишем. Мама, бери, бери твой. Вот тебе бумага. Сейчас будем писать маме письмо. Дорогая мамочка, мы папу не слушаем. Нет, слушаем. Ну ладно, это можно не писать. Дорогая мамочка, приезжай скорей домой. Правильно. Мы по тебе очень соскучились. Соскучились? Вот. Ты написал? Соскучились. Да? Написал. Написал, ну вот. Хорошо, когда в городе есть знакомые. Можно укрыться от дождя. А посторонним сюда входить не разрешается. Ай-яй-яй, бедные посторонние. Неужели вам их не жалко? Такой дождь они вынуждены могут. Посмотрите. Это же Илья Андреевич. Он, наверное, ждет вас, собирается преподнести цветы. Нет, вы ошибаетесь. Эти цветы для Пелагеи Карповны. Она сегодня выписывается из роддома, и мы идем ее встречать, как соседи. Возьмите меня с собой, я ведь тоже сосед. Светлана Ивановна, такой дождина! Странно, везде штаты сокращаются, у вас увеличиваются. Вы хотите получить справку? Благодарю вас, мне все ясно. Илья Андреевич, куда же вы? Странный он какой-то. А я вам не кажусь странным? На эту горсправку не отвечает. Да, этому действительно все ясно. А как другому? Светлана, можно вам задать еще один вопрос? Прошу вас, не задавайте мне больше вопросов. 8 часов подряд вопросы, ответы. Надоело. Хорошо, я обещаю, что больше вам никто не будет задавать вопросов. Людмила Павловна, могу вам сообщить приятную новость. Ваша дочь освобождена от работы в горсправке. Сережа, что вы делаете? По собственному желанию. Что, испугались мамы? Не волнуйтесь, я пошутил. Мне действительно показалось, что вы хотите перейти на другую работу. Очень хочу. Я могу вам помочь. Правда? Честное слово.
Хватит вам сидеть в этой клетке. Мальчик и девочка. Что же мне делать? Как назвать? Петя? Нет. Вася? Нет. Может быть, Миша? А? Понимаете, никак не могу имени подобрать. Хочется что-нибудь свеженькое, оригинальное. Я вас понимаю. А я своих назвал по-простому. Сына Василием, а дочку Наденькой. У вас что, двойня? Да, близнецы. Счастливый отец. Ну еще бы. 6 килограммов без 100 грамм. Ну, 100 грамм мы как-нибудь добавим. Письма! Письмо? Письмо, волнуйся. Я волнуюсь. Не волнуйся, все мы рожали. Вот у меня двойня родилась. 3 ребят дома, и то я не волнуюсь. Товарищ Мурашко. Меня. Миша. Пашенька. Мишенька. Где моя дочь? Вот она. Наденька, доченька. Миша, это не да. Наденька, да. А Васенька. Ты уверена? Вполне. Вот Наденька. До свидания. Спасибо. До свидания. Как по заказу. Михаил Леонтьевич, Палашенька велика. Спасибо. Спасибо. Поздравляю. Палашенька, я тебе сюрприз приготовил. Да, да. Ну. Помнишь, я тебе рассказывал, что я сон видел? Какой? Ну, то, что я ордер на квартиру получил. Помню. Подержи. Пожалуйста. Сейчас я покажу. Потерял. Ордер. Ордер. На квартиру из 3 комнат. Комнат. С ванной. Ванна. Первый этаж. Этаж. Ты куда? Я пошел в эту... Ордер-то у меня. А как он тебе попал? По почте. Да. Давай сюда. Нет, потеряешь. Пошли. 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 А между тем назревало событие, взволновавшее всю квартиру и не совсем приятное для Сергея Терехина. Извините, ради бога, не заметил. Простите, пожалуйста. Простите. Что такое, какой дрянной мальчишка? Виноват, а вы кому? К мужу. Сюда? Да, сюда. У нас живет один, но он, по-моему, холостяк. Узнаю его, он всегда всем так говорит. Танюшенька. Вы его жена? Да, представьте себе, жена, и причем первая. А это его дочь. Здравствуйте. Здравствуй, деточка. Я вас очень прошу, покажите, пожалуйста, нам его комнату. Пожалуйста. Благодарю вас. Пойдем, Танюш. Вторая направо дверь. Мама, а куда мы пришли? Он скоро будет, пожалуйста. Кто это? Супруга Сергея Николаевича с потомством. Вот тебе и раз. Что же теперь будет? Спасибо. Родные мои. Спасибо. Спасибо. Иди в комнату. В комнату. Пошли в комнату. Простите, разрешите взглянуть? Пожалуйста. Ну что, похож? Вылитый. Васька, сын. Опять спутал. Это не Васенька, а Наденька. А ты хоть бантик, что ли, им привесил, чтобы не путать? Хорошо, что-нибудь придумаю. Ты как сюда попал? Я с мамой. С мамой? Я с мамой.
Хорош холостяк. Да. Мамочка, не плачь. Боже мой, какой подлец. Подлец, вы подумайте, третий раз меняет адрес. Куда же он мог деться? Куда же он мог деться? Простите, я даже не знаю, как вас зовут. Зинаида Ивановна. Зинаида Ивановна. Нет, я его найду. Я его обязательно найду, куда бы он ни скрылся от меня. Пойдем, Танюша. Так. Мама, я хочу пить. Ты хочешь пить? Пить? Одну минуту, я сейчас организую. Чай. Ради бога, не беспокойтесь, мы уже уходим. Можно я с вами пойду? Конечно. Пойдем, Танюша, пойдем. Ну что? А где чай? Сейчас будет. Что это? Терка. Возьмите у меня. Только что вскипел. Вот, спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Пойдем, Танюша. Пойдем. Как две капли воды похоже. Заговорило отцовское сердце. Что поделаешь? Да. А кроме того, Зинаида Ивановна, я вам советую обратиться к Ерофеичу. Ерофеичу? Ну, это наш управдом. Спасибо, я больше не хочу. Ну, пойдем, детка. Простите нас, пожалуйста. Не за что. Я провожу вас. До свидания, Танюша. Управдом на первом этаже. Благодарю. Светлана, можно? Она с учителем в парк ушла. Он сегодня там лекцию толкает. Но прежде чем рассмотреть вопросы о любви и дружбе в историческом аспекте, мы должны дать синтетический анализ эмпирическим ощущениям, именуемым нами в быту как страсть, трепет, нежность, ревность. И таким образом популярно доказать, что любовь А. не вздохи на скамейке и Б. не прогулки при луне. Великие поэты славили и воспевали любовь. Вспомните Пушкина, Шекспира, Гёте, Байрона, Данте, Шиллера. Но даже великие мира сего не могли предвидеть все те головокружительные повороты, которые любовь предполагает в себе. Любовь – это благородное чувство. Она делает человека лучше, красивее. Любовь. Но стойте! Остерегайтесь необдуманных поступков! Помните, что главное в человеке – душа. Светлана! Светлана! Выслушайте меня. Мне не о чем с вами говорить. Светлана, я должен объяснить. Оставьте меня. Светлана! Товарищ! Подождите. Почему вы представите к девушке? А вам какое дело? Не нарушайте порядок. Идемте с нами. Куда? В комсомольский штаб. Идемте. Что же это вы, товарищ, а? Товарищ, ваша фамилия и место работы. Жена у меня работает, а я у вас... Вот мы с дядей Петей. Я вас спрашиваю, где вы работаете и как ваша фамилия? Жена у меня работает. Приставал к девушке. Товарищ, это недоразумение. Ну, знаете, это все так говорят. Вот он напился тоже по недоразумению. Садитесь, товарищ. Садитесь. Слушай, я хотел... Товарищ, пройдемте со мной. Это меня? Да, пройдем. Проводите, ребята. Ваш документ. Вижу в сумерках я в платье белом тебя. Ты рядом, ты рядом. Светлана, у меня для тебя новость. Отстань от меня. А ты знаешь, что женщина с ребенком совсем не жена Сергея Николаевича? Это правда? Чистое слово!
Это неправда. Как неправда? Мы же видели. Что видели? Видели, да не поняли. Ладно, хватит оправдываться, ребята, товарищ Терёха. Виноваты, товарищ Терёха. Ребят, ну как я образ схватил? Хорошо. Хорошо. Слушай, иди мне. Да? Нет, он не виноват. Товарищ, он не виноват. Это я. Она с ним. С кем? С этим Терехиным. Ой, слава богу. Теперь мое сердце спокойно. Позвольте, у него же жена, ребенок. Да сами вы ребенок. Идите вы лучше спать. Который час? Который час? Половина первого. Ой. Как ты это находишь? Вполне нормально. И это говорит отец? Ну, со мной-то ты гуляла целые ночи. И ничего страшного не случилось. Так ведь то с тобой. Ты поцеловать-то меня боялся. А Сергей Николаевич совсем другое дело. Может, пойти их поискать? Ну, что же ты молчишь? Ну, скажи хоть что-нибудь. Млекопитающие семи букв. Бирюк. О, Бирюк. Людочка, так тут же двух букв не хватает. Что Ваня! Случилось? Что случилось? Ваня! Ну? Он ее поцеловал. Ну, молодец, парень. Ну, что ж дальше будет? Ну, ты слышишь? Ну, слышу я. Ну, когда же он нам сделает предложение? Не тебе же он будет делать предложение. Да не говори глупостей. Выпей воды там. Ой. Ой. Тетя, ключи за свет, я не могу. К сожалению, в жизни поэзии часто приходится уступать прозе. Спокойной ночи. Так проходили недели.
По воскресеньям они исчезали по целым дням, но никому не рассказывали о том, где бывали, что видели. Да, пожалуй, они ничего и не видели, кроме друг друга. А в обычные дни они исчезали по вечерам. И подолгу, очень подолгу не возвращались домой. Странно, что это не волновало родителей. А впрочем, так ли это? Иван, Ваня. Ты должен с ним поговорить, как мужчина с мужчиной. Не во. Ну, скажем, в ресторане. Где? За рюмкой вина. Людочка, так я и забыл, когда я был в ресторане. Ничего, ничего, я тебя отпущу для такого случая. Да? И дам тебе денег. Да. Только будь дипломатом, дам 50 рублей. Ну, что за 50 рублей можно? Ну, дай карандаш. На. Я сейчас напишу, что ты должен заказывать. Так. Ночной порой в сад городской влюбленные пришли, влюбленные пришли, влюбленные пришли. И у Рябин, где свел жасмин, скамеечку нашли, скамейке зари. Луна, луна влюбленным вовсе не нужна. Она, она на удивление не скромна. Зачем? Зачем влюбленным нужен лунный свет? При нем для поцелуев места нет. Ну как обнять, поцеловать любимую тайком, любимую тайком, любимую тайком? Как ей терпеть, не покраснеть, когда в саду кругом, когда в саду кругом светло, как днем? Да, Сережа, мне поговорить с тобой. Слушаю вас, Иван Гондарович. Тут дело такое, понимаешь, деликатное, деликатное. Зачем? Разрешить? А, давай, 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 давай. Курочка. Чип-чип-чип-чип-чип-чип. Хороший ты парень, Сережа. Душа. Ну и я, брат, когда-то был. Какой казак. Первая конная, сам товарищ Буденный мне руку жал. Вот эту руку. Ничего. Да. А чем это меня? Жена просила поговорить с тобой. А, да. Нет, нет, нет. Да-да-да. Да-да. Сережа, ты свет, дочь мою, знаешь? Как ты могла, мама? Зачем это? Это же позор. Отец пошел меня сватать. Доченька, твой отец в эту минуту решает твою судьбу. Сережа, хороший ты парень. Серёга! Не женись, Серёга! Ну я тебя прошу, не женись, Серёга! Что вы, что вы!
хоть она мне и дочь, я люблю ее. Ну зачем тебе такая обуза? Нет, я тебя спрашиваю, зачем тебе такая обуза, а? Что вы, Иван Кондратьевич, Светлана очень хорошая девушка. Кто их там разберет? И моя когда-то была. А теперь... Вот будь я холостым... Пожалуйста, пожалуйста, счет. Что это? Пожалуйста, счет. Один ответ, всем бед. Шампанское. И коньяку 3 звезды. Иван Кондратьевич. 4 звезды. Гуляй, ребята! Орлы! Руби атаку! Братцы! Нашу! Ну что? Полный порядок. Светлана спит. Ах, Светланочка. Пойдем отсюда. Пойдем, пойдем, пойдем отсюда. Пойдем. Пойдем, пойдем. Рыба, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз. Он сделал предложение. Людочка, что ты? Что он дурак, что ли? Менять свою холостяцкую жизнь. Что, он отказался? А как же, что ты? О, Сережка парень. О, будь я холостым, так я бы... Ваня! Юда! С ума. Улыбка, без сомнения. Мне кажется, я с ума схожу. Ну, коснется ваших глаз. Гулял с ней, и целовал, хорошая, а теперь отказывается. И покинет больше вас. Ищи ты! Людочка, Людочка! Останься от меня. Ну, ничего. Ничего. Он от меня не уйдет. Я не посмотрю на его обидное положение. Я дойду до общественных организаций. И хорошие. Как же вы это надумали? Молодцы, ребята. Мне нужен председатель завкома. Идите всех. До свидания, Даня Иванович. Я председатель завкома. Как хорошо, что вы женщина. Я мама Светочки. А я мама Ванечки. Какого Ванечки? Моего сына. Ну, тогда вы поймете меня. А в чем дело, товарищ? Дело в том, что ваш Терехин... Какой Терехин? Ну, вы должны его знать. Ах, это из пятого цеха. Да, такой специалист, крупная величина, ведет себя недостойно по отношению к моей дочери. Успокойтесь, товарищ. Сейчас все выясним. Все выясним. Пойдемте в цех. Как видите, Сергей сдержал слово. С
Светлана переменила профессию. Теперь она больше всего боялась, чтобы мама не узнала о том, что она простая работница на заводе. Но мама не обращала внимания на заводских девчонок. Она искала здесь важного специалиста, крупную величину, товарища Терехина. Где же он? Где товарищ Терехин? Вот. Товарищ Терехин? Да. Он? Что с вами, Людмила Павловна? А что с вами? Вас понизили? Наоборот, повысили. Его вчера назначили бригадиром слесарей-сборщиков. Слесарей-сборщиков? Боже, как меня обманули! Кто вас обманул? Вы! СКБ-201 с профессором Шуваловым! А? В чем дело? Вот профессор Шувалов. Бросьте меня разыгрывать! Люда? Что ли? Случилось ужасное. Что? Ты не можешь представить, какая опасность угрожает нашей семье. Что? Что случилось, Люда? Кто, по-твоему, Терехин? Как? Инженер? Нет, нет. Крупная величина. Нет. Специалист. Нет. Он просто слесарь. Ну. Простой слесаришка, понимаешь? Ну, я понимаю. Ну и что же? Ну как, что тебе этого мало? Вполне достаточно. Это очень хорошо. Ну что ж ты хорошего? Одно не могу понять. Откуда у него такие деньги? Может быть, сообщить в милицию? Какие деньги? Ну как какие? Ну, 50 тысяч на сберегательной книжке. Нет у него никаких 50 тысяч. Как? Ну, как? Значит, ты мне все наврал. Нет, значит, ты с ним заодно. Людочка, Люда. Я найду на вас управу. Люда. Люда. Гражданин, в то окно, пожалуйста, в то окно. Люда. Как вы сюда попали? Я здесь работаю. Простите, здесь работает моя дочь, Светлана Шпаковская. Она уволилась. Как уволилась? Она уже несколько дней работает на заводе. Ой, я, кажется, просто... На каком заводе? Этого, к сожалению, я не знаю. Но если вы не знаете, что ж вы тут сидите? Добрый день. Здравствуйте. 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 Завтра вас буду выписывать с домовой книги. Ох, Ерофеич, привыкла к нашим соседям, выезжать не хочется. Ничего, и там подберутся не хуже. А в гости заглядывать будешь? Обязательно. И на новоселье пригласишь? Ну как же, всех то, приглашу. То. Ерофеич, можно вас на минутку? А что такое? Я к вам обращаюсь не только как к управдому, но и как к депутату районного совета. Слушаю вас, товарищ Паковская. Наш жилец Терехин оказался не тем, за кого он себя выдавал. Такой овечке прикидывался, нарочно влезался на доверие. Чертежи какие-то носил. И только случайно сегодня я его разоблачила. Тихо. Тихо, товарищ Паковская. Пройдем дальше. Тот-то он долго не прописывался. А вы? Вы знаете, кто он? Шпион. Ну что вы, нет, вы с ума сошли. Нет, он слесарь, обыкновенный слесарь. Вот испугала, матушка. Да я и сам это знаю. Так что же вы молчали? А вам его лучше знать. Он же ваш будущий зять. Кто вам это говорил? Все говорят. Никогда этого не будет, никогда. Никогда он не будет моим зятем. Мамочка, неужели ты никогда не любила? Любила, любила, но не только сердцем, а и умом. Он тебе не пара, он загубит твою жизнь, уже загубил. Моя дочь работает на заводе и крутит какие-то гайки. Ты сейчас же уйдешь оттуда! Мама! До сих пор я тебя слушала. И сейчас будешь слушать. Я уйду. Я тебе уйду. Попробуй, уйди. Ну, доченька, ты меня толкаешь на крайние меры. Mm-hmm.
Илья Андреевич, я давно знаю о ваших чувствах к Светлане. С моей стороны возражений нет. Я согласна. Можете ей делать предложение. Позвольте. Светлана, ты знаешь Илью Андреевича как самого порядочного, образованного, интеллигентного человека. Он тебя любит. Все это знают. И все... Ну что же, что же вы молчите? Ну что же, ну, мне трудно говорить. Ну говорите, говорите. Ну будьте же мужчиной. Такая минута в жизни. Простите, я очень волнуюсь. Любовь – это благородное чувство. Вспомните Пушкина, Маяковского, вспомните Данте, Байрона. Помните, как великолепно сказал Шекспир? Одним словом, Светлана любит Терехина. Забудьте вы об этом слесаре. Простите, профессия здесь ни при чем, Людмила Павловна. Главное в человеке душа. Я уверен, что они будут счастливы. Илья Андреевич! Ой. Простите. Всегда думала, что он макарона. Мамочка, он хороший. Да? Убирайтесь вон! Мама! Ну, выбирай. Или он, или я. Иван Кондратьевич, дорогой, действуйте по действию. Вы же глава семьи, вы должны понять, смотрите. Слышите, слышите? Людмила Павловна, что вы с дочерью-то делаете? Запирать собираетесь? И себя мучите, что, и ее мучите. Что вы вмешиваетесь не в свое дело? Мы соседи. Соседи, соседи, без соседей обойдемся. Вы вообще, Людмила Павловна, опомнитесь. Светлана! Не удивляйтесь, это несколько необычно. Но чего не придумают влюбленные в безвыходном положении? Света! Света! Светлана, пустите меня, пустите меня! Ты сойдешь сейчас же! Ты слышишь? Мамочка дорогая, не волнуйся, со мной же ничего не случилось. Извините, Людмила Павловна, так получилось! Я кому? Не сердитесь на нас! Ваня, Ваня, скажи хоть ты что-нибудь! И скажу! Я долго молчал, а теперь скажу. Вы, товарищ Басов, ой, вы, товарищ Паковская, забыли, в какое время вы живете. Ты отстала от жизни. Мне стыдно за тебя, Люда. Ну что ж, товарищ Паковская, придется внести изменения в домовую книгу. Бедной любящей маме, когда все уже ясно, остается только одно – сделать вид, что она тоже согласна. Терехина. А что? Ничего. Витька, давай скорее ври! Заело что-то, не могу. Ой, Сережка. Тебе говорят, давай вниз! Куда это они собрались? Расписываться. Из окна до в ЗАГС. А влюбленный по-прежнему в облаках, там, где и полагается быть настоящим влюбленным. Пожелаем им благополучно опуститься на землю.